Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добро пожаловать на матч ЦСКА «Адмирал». Для ЦСКА это открытие сезона дома. Он на чеку. Старков. Хорошее движение по флангу. Успевает вернуться в оборону Классен. Но Старков, очевидно, резче действует в данной ситуации. «Адмирал» забивает. Гол. Павел Шен. Ну что ж. Шулок чуть ниже спустился. Бросок. Дальше шайба приходит к Шену, который находился прямо перед воротами. Ну, такой бросок тоже не получился у 16-го номера «Адмирала». Однако шайба вот таким полупарашютиком перелетела через армейского голкипера. Очень сложная траектория для Просветова, об этом надо говорить. Да, удается сохранять шайбу у себя. «Адмирал» ориентирован на контратаку. Абрамов! Гол! Гол! За 5 секунд до выхода удаленного Павла Шена ЦСКА пробивает Коновалова. Виталий Абрамов устанавливает цифры на табло в соответствии с номером на спине, да? Там 1-1, тут 1-1. Армейцы реализуют большинство. Чуть-чуть быстрее стали двигать шайбу, и сразу же получился момент. Вместе Нестеров. Кистевой наброс. А вот сейчас щелчок. Баба! Гол! Гол! Никита Нестеров! И снова под занавес розыгрыша ЦСКА добивается успеха. Там, скорее всего, по пути кого-то шайба задела. Ну, Соркина нам тоже Нестерова. Соркина нам тоже показали. Ну, получается, вот. На Соркина будет записана эта шайба. Он находился перед воротами. Нестеров щелкает. И от ноги Соркина шайба рикошетит в сторону ворот. Ладно. На смене не попасться. Исхаков. Ой, как красиво. Исхаков. О! Блестящий проход Руслана Исхакова. Ловкость рук. Никакого мошенничества, да, вот в таких случаях говорят. Обыграл одного и в падении сумел отправить шайбу в ворот. Да, Исхаков продемонстрировал здесь свое индивидуальное мастерство. На скорости переиграл защитника «Адмирала», а затем уже и голкипера Юханова. Классен, Саморуков, Мамин, Каменев защищаются у ЦСКА. Гол! Ну вот, с выходом второй бригады организованный второй гол «Адмирала». 3-2. Бродвиг находился прямо перед Просветом на пятачке. Шулок своим дальним броском сумел пробить армейского голкипера. Там вопрос, не было ли помехи вратарю. Давайте посмотрим. Вот отсюда выглядит вроде как все нормально. Тот по своими габаритами сумел Просветов шайбу отбить. Абрамов набирает оборот. Гол! Бог ты мой, а! Лазерный по точности бросок. Но вы знаете, обычно вот в таких ситуациях шайба заходит, когда форвард или защитник, это уже не важно, наносит идеальный по точности бросок. Быстрый выход из зоны сейчас показали игроки ЦСКА. Рамов. Да, другая. Хороший перевод. Каменев. Еще пас. Гол. Максим Соркин. Два дубля сегодня у ЦСКА. Армейцы третий раз в сегодняшней встрече реализуют большинство. Здесь уже начали игроки ЦСКА менять свою бригаду большинства. Мы видим, что Абрамов и Соркин появились на площадке. И эти ребята все очень здорово разыграли. Трик есть у «Адмирала» в этом сезоне. Мог быть и у ЦСКА, может еще и будет. Абрамов! Бросок! Гол! Хитрик Соркина! Я тут рассуждал про возможный хитрик Абрамова, но делает это Максим. А ведь возможность была у Абрамова сделать хитрик, и не одна, а там парочку раз он беспокоил Андрея Мишурова, но в итоге свой хитрик сумел оформить Максим Соркин. Слушай, но мы предвидели с тобой, чем это все может закончиться. Полтапов заставляет шайбу на пятак, Абрамов не стал бросать. Сделал передачу на пятак, и там, по-моему, от Полтапова шайба отскочила прямо на клюшку к Максиму Соркину.